Урюпинские молитвенно отметили 75-ю годовщину Сталинградской битвы. Юбилей Великой Победы на Волге отметила вся страна, но особенно почтили ее там, где непосредственно происходили события величайшего сражения в истории 20 века. В дни празднования 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве в Покровском кафедральном соборе Урюпинска была совершена божественная литургия. Время за упокойные к тени прихожане вознесли усиленные молитвы ко Господу за всех усопших воинов, за веру, отечество и народ, жизнь свою положивших и всех страдальчески погибших в годы войны. По завершении службы у вечного огня в сквере павших борцов Урюпинска по благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея была совершена за упокойные лития. Несмотря на морозную погоду, на мемориальное мероприятие собрались сотни урюпинцев, которые почтили память жертв войны, минуты молчания и возложили цветы к огню славы. И всем победы ради потрудившимся, и сотворим вечную память.